Я Римуру Темпест. И я Слизь. Ага. Рад видеть страну Темпест в привычном мире и покое. Раньше я был человеком, но однажды меня убили. И я думал, что умер. Но я переродился в этом мире слизью. Я подружился с Вельдором, штормовым драконом. Я основал страну монстров. Я боролся, чтобы всех защитить. И мне удалось спасти детей, которых оставила Сидзуэ. Столько всего безумного произошло. Да, Ранга. Но надеюсь, этот покой продлится еще долго. Рада с вами познакомиться, лорд Римуру Темпест, правитель Федерации Джура Темпест. Чтобы Темпест развивался, мы решили укрепить отношения с Юразанией. Но, похоже, это было полное безумие. Я твой соперник. Получай! Еще король Газель пригласил нас в Дваргон. Я словно в раю! Мне не нравится этот король. Он чересчур жадный. Великий Римуру, прошу, бегите. Что случилось? Враг намного сильнее, чем мы ожидали. Приятно познакомиться, полагаю. Но довольно скоро придется прощаться. Твой город у меня на пути, понимаешь? Потому я решила разрушить его. Простите! Это наш новый союзник, волшебница Милан. Это позволит значимости Темпест взлететь наверх. Есть те, кто считает Темпест помехой. Как, например, королевство Фалмут. Будучи теми, кто защищает расу людей, мы не примем нацию монстров! Все становится интереснее. Грядет Великая война. Я хочу положить начало нации, что сможет стать мостом для народов людей и монстров. Думаешь, сможешь победить? Я думаю, еще слишком рано праздновать победу. О моем перерождении в слизь. Доверьтесь мне. Начало показа в январе 2021 года.